Президент ФИФА Йозеф Блаттер попал в больницу. Об этом информагентство сообщает со ссылкой на его представителя. Источник подтвердил, что несколько дней назад с главой мирового футбола произошел, как сказано, некий медицинский инцидент. Поначалу в госпитализации необходимости не было, но теперь Блаттера все-таки перевели в стационар, где он пробудет до вторника. Что именно произошло с швейцарцем, источник не уточняет. Однако, по данным некоторых СМИ, речь идет о нервном срыве. Напомню, в конце октября Блаттера отстранили от обязанности на 3 месяца в связи с коррупционным скандалом в ФИФА.